Седьмой чемпионат Сибирского федерального округа по дрэк-рейсингу прошел на аэродроме Панфилова. 70 пилотов из Барнаула, Новосибирска, Омска и Казахстана. Среди них Максим Соколков. 10 лет назад он решил собрать свой первый автомобиль и бить на нем временные рекорды. Сейчас на его счету титул двукратного абсолютного чемпиона Сибири, но он и дальше продолжает улучшать машину. Финансовую составляющую никто не считает уже вообще давным-давно и даже и не пытались считать. Вот, времени, да, конечно, отнимает много, но сейчас последние годы, как правило, это все ставится на зиму, и думаешь, зима большая, успеем, и наступает май, и там 2-3 недели, и быстрее начинаешь ее собирать, там, переделывать, доделывать. Но, говорит Максим, в соревнованиях можно участвовать и на автомобиле без доработок. Правда, в отдельной категории и с единственным требованием – машина должна быть технически исправна. Основная цель турнира – борьба с нелегальными городскими гонками, которые опасны не только для самих водителей, но и для других людей. В этом году мы уже начали с ними работать в плане того, что одного из организаторов нелегальных гонок мы вывели на эту трассу. То есть мы предоставляем им возможность ездить по безопасной трассе с огороженными блоками, ограждениями. Вообще, на самом деле, вопрос стоит остро, но мы помогаем его решать. В будущем, надеется Андрей, получится переманить на свою сторону и других уличных гонщиков. Ведь занятия спортом, особенно автомобильным, должны проходить на специально оборудованных площадках. И здесь, на аэродроме Панфилова, для этого есть все условия. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.